поздно, я читаю комменты. Потому что меня просили катану взять, а я взял другое. Ну, все. Что это такое? Гибертисты сжигают редкие религиозные манускрипты, некоторые из которых содержат секреты ассасина. Спасите их от уничтожения. De nombreux manuscrits rares sont menacés. Retrouve mon agent Place Dauphine et sauve-en le plus possible. Nous saurons les mettre en lieu sûr. Ok. Поговорите с контактом. А, во, вижу. Я думал, а где оно? Бегу, бегу! Бегу! Ой, преступники! До свидания! Я по-прежнему крут. Это мне, видимо, за тех преступников. О, отлично! 20 из 20 заданий в толпе. Норм. В принципе, создан для того... Улучшенный призрачный наруч. Кстати, мне дали призрачный капюшон, что там, или еще что-то. Итак. Легендарный призрачный капюшон. Ха. Нет. Нет. Так, какие-то мне наручи дали только что. Мне же наручи дали, нет? Вот. Улучшены призрачные наручи. Стойкость лучше, незаметность лучше. Замечательно. Халява. Еще и улучшим сейчас. Ну все, я просто... Капец, сейчас мистер Бомбошкин. Бомбошкин. Они как-то сами приходят, я на это внимание обращаю. Нихера себе вас, граждане, сколько здесь. Давайте красные против синих. Уф, аф, уф, 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 аф, уф. Серьезно, в эту игру нельзя играть с колонками, иначе прохожие, не знаю, там по коридору какие-нибудь подумают то, что вы порнуху смотрите. Прохожий, мама прохожий. О боже мой, в какую жопу бежать? Я очень надеюсь, что это как бы небольшие задания, как бы. Вообще мог телепортироваться, что я делаю? Я мог телепортироваться сюда, а не бежать. Но и так интересно бежать. Проталкиваться сквозь толпы людей. Обижа... Боже мой. Так, где эта херня? О, боже мой, даже телепортироваться толком не могу. Нам задания не было, просто он стоял так неудачно. Не-не... Ты что, серьезно, что ли? Ты решил, я думал, что ты решил застрелиться. Да, беги давай, беги. Я остановился. Чувак, я только что человека убил. Норм? Чё остановился-то? Не-не-не-не-не, барыга, потом. Потом, барыга, потом толкнешь свои дымовые бомбы, которые я люблю нюхать. Охереть, да сколько... По-моему, он удаляется мне. Нет. Там кто-то сдыхал и меня заметил в то время, как сдыхал. Окей, такое замедленное замечание во время подыхания. Окей, я наконец-то добежал. Охереть. Сколько я бежал? В следующий раз телепортируюсь. Dieu merci, vous voilà. Ils ont déjà brûlé l'essentiel de la bibliothèque de Monsieur Deschamps. Je vous en prie, sauvez ce qu'il reste. Чё делать-то? Чё, просто собрать картины? Really? Ног.
Как этим я зайду сзади? Я даже не знаю, где у них зад конкретно. Так, выманил одного. Серьезно, я его не убил, у меня же смертельное оружие. А эта хрень по-прежнему стоит, ему вообще насрать. Привет, может вы сами заберете манускрипты тогда? Взял, встал на книжку, отлично. Потом это говно будут люди трогать чистыми руками. Дизентерия, все дела. Все, я забрал. Что мне с этим делать теперь? Молиться? Подтираться? Я должен покинуть область, вау. Вот такая область. Это все? Окей. Книжные полки и книги добавлены в кафе-театр. Это мне много чего даст, я уверен. К сожалению, я уже все восстановил. Ладно, телепортируюсь сюда. О боже мой, он телепортироваться будет 300 лет. Ладно, хорошо, что это... Самое главное, что это короткие задания, они быстрые и все. И вот. Но я уверен, что мне по жопе надают ближайших из них. Очень сильно по жопе надают. Я уверен. Я возьму так и чик-чикаю так, что просто мама не горюй будет. Давай, ну грузись, ну... А, ну да, сейчас минутно погрузиться. То есть, задание идет 2 минуты, еще 5 минут мы туда бежим, и еще минуту на телепортацию. Нормально, ничего. Вот так растягивается игра. Подумали они, что-то у нас 10-часовая игра выходит. Как мы ее увеличим? А за счет загрузок? Нормально. Так, следующее задание. Чего там? Что нужно будет делать? Да, жопа, перде и так далее. Ассасинам сообщили, что информатор по имени Калет, возможно, раскрыли. Узнайте, грозит ли Калет опасность, если да, отведите в безопасное место. Espionne les aubergistes. Voici la soupçonne. Et en cas de danger, aide-la à s'enfuir. Дамочка, с вами можно будет потом прилечь? О, я знаю одну фразу на французском, и она сейчас подходит здесь. Сеньорита. Нет, нет, как там? Мадемуазель, voulez-vous coucher avec moi? Наконец-то она мне пригодилась. Так. Сюда. Ёпта, вот как в этом разобраться? Посмотрите. Смотрите, смотрите на это. Я хочу телепортироваться, а мне говорят, а можешь закрыть сундук? Бро, можешь закрыть сундук? 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 Закрытый, закрытый, красный. Красный закрытый, закрытый красный, да? Коммуняки поганые. А, коммунистические сундуки напихали. Нет, это по-любому отсылка к тому, что здесь будет игра про белых против красных. Серьезно, если они не сделают ассасина в России, это... Просто будет неуважение, я считаю, к нации. Ну про кого еще делать-то, а? Про кого? Про кого? Про немцев? Про этих... Этих... порнотрахов? Про кого? Про англичан? Серьезно? Про японцев, про китайцев? Ща. Там вообще в эти игры не играют. Никому нахер не нужны ассасины в этих странах. Там до сих пор покупают игры с Хатсуны Мику. И получают Дакимуру в подарок. Так, найдите трактирщиков, изнасилуйте их, да? Я могу. Я хорош в этом. Что надо сделать-то? Прятаться?
Si vous ne faites rien, nous allons nous en charger. Я понял, спрятаться и послушать разговор. Надо бежать, чтобы они меня не заметили. Ну хотя, может, они меня и заметят. Alors, qu'y a-t-il de si important, Azelma? C'est cette maudite fille de cuisine. Claude a dit qu'il avait vu cacher un message sous un pavé. Je ne m'attendais pas à ce que cette souillon sache lire. Et alors? Ce n'est qu'un simple mot. Суй жопа перде. О, вот основные слова. C'est ce que je me suis dit. Mais j'ai voulu. На французском. Elle est au courant pour Renard. Elle connaît les détails de l'opération. Ну давай их замочим уже, ну. Bah, ça m'apprendra à recueillir des orphelins de guerre. Que va-t-on faire? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. On va en avoir besoin. Hey! Bon sang, regardez le feu. Ты чё такой быстрый-то? Говорите, Калет, ты куда убегаешь? А ты куда ушла-то, а? Куда еще? А, нет, подождите, Калет это наоборот, по-моему, баба, которой угрожали, да? Че, серьезно? Давай, танцовый чувак. Un amant surpris par le mari. Reviens, misérable important. J'ai quelque chose à te dire. Mon travail, citoyen. Nom de Dieu. Hey, je où est-ce que... Ah, ne me dis pas que tu as peur de ce que je pourrais te faire. Maudit serpent. Я не понимаю, что происходит, но ладно. C'est Madame Goose qui m'envoie. Tu as été démasqué. Il faut que tu t'en ailles. Quelque chose me dit que tu ne fais pas la sieste. Ok. Я уже всех убил. Видите, как чуваки идут? Un cadavre, Seigneur. J'espère avoir les bras. Hé! Tu veux vraiment que je vienne t'arranger ta face de rat? Я не могу его убить. Покинуть область мне или ей? Надо покинуть область. Привет. Привет. Пока. Все, здесь свои ребята уже. Это было просто очень сложно. Да, именно это хотел сделать. Чё дальше? Бобина. Let's go! Let's go! Твои задания просто поощряют моё... Моё скилл. Моё скилл поощряют, да. Мой скилл поощряет, моё сознание делают длиннее. О боже, эти загрузки. Самое дебильное в этой игре это загрузки. Просто сделайте старый движок с меньшим количеством загрузок. Пожалуйста. Да, не нужен новый движок сраный. Сделайте все на старом движке и уменьшите время загрузок. Просто. А то это невозможно терпеть. Серьезно, некоторые загрузки идут по минуте. Я вообще не понимаю. То есть самые длинные от 40 секунд до минуты. И это убийственно долго. Так. Где твоя жопа сидит? То есть ты здесь и ночью, и вечером. Просто тусишь, да, бро? Ладно, норм. Найдите Розу Бертен и доставьте ее в безопасное место. La couturière de la reine, Rose Bertin, a accepté de préparer de nouveaux costumes pour le théâtre. Mais il semble que son ancienne клиентèle ait attiré l'attention des радикаux. Les actes des apôtres ont saccagé она хоть рот открывает? Et Rose est introuvable. Rends-toi au marais. Et tâche d'en savoir plus. Je m'inquiète pour elle. Господи, 200 250 метров.
Еще больше загрузок. Ладно, я уж и буду их вырезать тогда. Окей. Как он столько пролетит, хрен его знает, но он пролетел. Так. Роза! Хочешь стать ромашкой? Роза! Роза! Вообще, со мной кто-нибудь здесь пляшет, нет? В прошлых играх просто... Всех, кроме Альтыра, всех, ну и Коннора-неудачника. Насиловали там. Ну, не насиловали. Отлично, прям передо мной я хватаю воздух. Совокуплялись там каждый раз. А тут... Ой, целовашки устроил над Парижем. Романтик сраный. Взял ее за задницу и завалил. Куда-нибудь. Ну, хотя да. С ней сложно будет поговорить, потому что она под охраной. Quelqu'un a tué Saint-Pierre. Diable, qu'est-ce qui... Пойдешь сюда? Найс! Просто один лучше другого. О, боже мой, парни, вы такие клевые, просто охереть. Отлично, давайте убегать. Я не знаю, откуда вы здесь взялись, но окей. Роза, я за вами. Мадам Бертин, je présume. Vous devez être l'ami de Charlotte. Je suis venu récupérer ce que ces gredins avaient emporté, mais... N'en dites pas plus. Allez vous mettre à l'abri. Je m'en charge. Merci. Il va se faire mal. Серьезно? О, боже мой. А где сундук? А, серьезно, вот здесь? Лол. А я и не заметил. Где я? Я исчез. Меня нет. Я вообще сидел в другом месте. О боже мой. Ладно, мне нужно 3 костюма вернуть. Замечательно. Просто охренительное задание. Так, понятно. Сверху стоит урод. Окей, почему они сейчас карты исчезли, я не знаю, ну ладно. Так. Этих убрал. Откуда ты взялся здесь? Не знаю, откуда он здесь взялся. Я его не видел на радаре. Ай, да и насрать. Хорошо, спрятался так. Окей. Люди убегают из домов. Тоже норм. Нет, серьезно, я могу кису пристрелить?
Ну кису, хотя бы кису. Вообще ничего нельзя сделать. Кисы пули непробиваемые. Вау, ни хрена себе ты путь нашел. Что ты делаешь? Хватит. Прекрати, дурашка. Чуть не облажался. Только не роняй его. Так, окей. Идет мистер, дай быстро спуститься. Фак! Как же он зашел стрёмно-то, а? Ладно. Неважно. И даже всех не надо убивать. Отлично, просто ваша мать. Je me méfierai de cet homme. Стелс! Хотя легче было просто зайти сбоку. А не попробуем снизу сбоку, я имею в виду. Фак. Привет! Все? Тут вообще много людей, так что вообще сложности не представляет. Всё. Стелс! Супер мега стелс! И maintenant, comment faire pour rapporter ça au théâtre? Да, ну в этой игре дополнительные задания не намного, ну, по крайней мере, эти не намного интереснее. Точнее, не интереснее даже. Основных? Да, еще два осталось. Там нужно другой тип задания пробовать. Ну блин, деньги же, вы чё, деньги? Деньги. Деньги это круто. В этой игре. Да вообще, в принципе. С деньгами можно много чего сделать. Самолетик.